первый хлеб. Сейчас сделаю надрез, как это будет выглядеть. Даже, ну, форма хорошая, да? Корочка — это всегда супруги. Пробую. Он очень вкусный, он... Вот эта игра разных семян, которые там внутри, плюс вот этот помидорчик, который там, очень вкусно. Рекомендую. В общем, для меня это закрыть глаза. И это вкус серебряных холмов Тосканы. Пряности. Помидоры. Очень вкусно. Я здесь уже увлекся. Все нормально. Ну что? Приятного аппетита!